Очень классное место на берегу реки Малая Хоста. Чистое. Круто. Приятно встречать такие места. Я думал, их уже нет. Классно. Молодцы, респект. Особо охраняемая зона. Проход в проезд без пропуска запрещен. Ну чё, полезем. Хер делать. Прошел домик лесника или егеря. Никто меня не увидел. Я никого не видел. Может, гуляют, патрулируют. Ну, в общем, пока все гладко. Надеюсь, ни с кем не встретимся. Просто послушайте это. Буковая поляна. Прошли 2,5 часа, 6,5 километров. Вот идет пока хорошо. Никого не встретили. Что-то я пока не могу найти эти две пещеры заблудших и школьные. Не понимаю. Вроде показано где-то здесь, но ничего такого не вижу. О! О! Опа! А вот какая-то пещера. Так, и вот нашел уже какой-то грот. Возможно, есть вход в пещеру. Ну это какой-то заваленный ход. Грот прикольный. А, он сквозной. Клещей соберем. Оп. Оп. Ну. Угу. Отсюда не видно, но там прям. Там прям какая-то дырень. Так, ну посмотрел, это и есть заблудших пещера. Сейчас мы попробуем с другой стороны подойти посмотреть. Ну, нашел вот пещера заблудших. Вот отсюда в нее вход. Очень крутой спуск. Тут видно, за дерево кидают петлю, спускается. Нашли, нашли. Интересно. Красиво. Читал про эту пещеру, что несколько экспедиций открывало ее. И глубина, если не ошибаюсь, у нее порядка 100 метров. Вот, причем она соединяется с другими ходами, другими пещерами на этом хребте. Она такая дырка с историей. Вышли на хребет Алик. Здесь хорошо натоптанная тропа, приятная. Silent Hill по-сочински. Сидим вот в таком вот месте. В тумане. Даже чуть капает. Но, надеюсь, не будет дождя, потому что у меня ни гортекса, ни мембраны, ничего нет с собой. Нас парк ставит везде сейчас. Дурацкий забор, ограждения, таблички. Вон, без пропуска нельзя, пропуск не выдают. Короче, полная приватизация какая-то. Поэтому приходится перелазить. Типа нарушать.
все пауки мои. И все клещи тоже. К сожалению, пошел дождь. А к счастью, небольшой. Но все равно неприятно. Подбираем всякие бутылки по пути. Ночью сожжем на костре. Ну вот дошли до пика Тригапункт какой-то, или как-то так называется. Дождь все идет. И мне это не особо нравится. Короче, надо искать какое-то место для палатки. Для палатки и для костра. Потому что я уже вымок. И смысла не вижу, под дождем идти. Сейчас что-нибудь найдем нормальное. Потому что еще где-то час до развилки идти. Ну реально, у меня уже ноги. Да, вот чем плох вот хребет, например, как этот, он относительно узкий, и нет никаких площадок ровных. Есть только по гребню дорожка, заросли, все, больше ничего нет. Так, ну вот понижение, и вот есть такая небольшая площадочка. Пойду посмотрю ровное место, и если там все, буду ставить палатку. Тут красиво, конечно, туман, лес. Очень красиво. Вот тут, наверное, поставлю палатку. Залезу. Там посмотрим, дождь пройдет. Посмотрю на время. Если как бы будет еще достаточно, ну, соберусь и пойду. А если нет, ну тогда здесь где-нибудь сухие дрова найду, хотя я вряд ли уже после такого дождя получится сухие дрова найти, но посмотрим. Время 8 вечера. Проспал больше 3 часов, только вот закончился дождь. Все сырое, я не знаю, как костер разводить. Да, так и сидим. Ужин у нас сегодня такой. Колбаску собирались жарить, но не судьба жарить на костре. Что у нас сегодня? West Coast IPA. От Ганза, Краснодар, 7 градусов, ну, чтобы было понятно, горькая ипа, хмели, цитра и сабра, неплохо. Это вот что такое однослойка с внутренними дугами в дождь и высокую влажность. Конденсат. Причем в Black Diamond дорогая палатка. 500 баксов. Ну, конечно, я не брал за эти деньги. Погода за бортом.
Утро второго дня. Прогноз на сегодня плохой, здесь идёт дождь. Поэтому придется отказаться от сплава, от разведки школьной тропы. Иначе в другой раз. Это вот вчера по пути бутылки собирал. Почему? Да потому что молодец. И вам советую так делать. Ну сейчас встретил, услышал опять какие-то шебуршания, какие-то рыки, похожие на медвежьи. Вот откуда-то оттуда. Воу! Вроде как свалил вниз. Ну стрёмно, пипец. Сердце колотится. Стали открываться такие виды. Приятно. Пока вроде бы дождем и пахнет, но он как будто бы может и не пойти. Ого, тут склоны. Тут на самом деле, если подскользнуться, свалиться туда, то, наверное, до самой реки можно так вот. Все, выхожу в цивилизацию. Ноги, конечно, были насквозь мокрые. Натер себе мозоли. Пришлось заклеивать пальцы. И последние сухие носки надевать. Ну, передай Роме привет.